Важная тема в эфире телеканала ТНТ «Онега». Меня зовут Денис Базанков. Сегодня мы будем говорить в нашей программе о тайском боксе. Да, немножко неожиданно, но тем не менее. У меня в гостях президент Карельской федерации тайского бокса Евгений Николаев. Здравствуйте. Здравствуйте. Если коротенько, так мы проиллюстрировали, что из себя представляет тайский бокс глазами телевизионщика. Ну а теперь, как говорится, спортивная жизнь изнутри. Буквально вчера в Петрозаводске прошли соревнования, как раз организованные вашей федерацией по тайскому боксу. 130 спортсменов было. Ну, давайте поподробнее, что это все-таки были за соревнования и кто в них принял участие. Да, действительно, на этих выходных прошел открытый кубок Карельской федерации тайского бокса. Угу. На котором принимали участие более 130 спортсменов из 6 регионов. Было представлено 16 клубов, как карельских, так и из других регионов. Это был Мурманск, Мурманская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область. Мы в очередной раз взяли первокомандное кубковое место. Первое. Кандапожане нас порадовали в этот раз, заняли третье место. Ну, второе место, конечно, Дюш-7. На мой взгляд, тайский бокс здесь вот развивается и начался, скажем так, относительно недавно. Насколько мы уже, скажем, сделали хорошие шаги в направлении развития этого спорта? Сравнительно не так давно, с 2005 года. В 2005 году первый раз был основан первый клуб, это Fighter Gym, ведущий клуб Карелии. Представителем этого клуба является его бесспорный идейный вдохновитель, это Андриенко Иван Владимирович. Это главный тренер нашей сборной Карелии. Он воспитал много именитых спортсменов. Сейчас у нас в клубе ведущая спортсменка, это Артюх Ольга, которая занимается совсем недавно, всего лишь год, но за этот год она уже достигла по меркам спортивным очень высоких результатов. Она стала серебряной призеркой королевского кубка в Таиланде, который проходил чемпионат мира. Ну, средства массовой информации, да, писали они, в 2015 году. Также она стала победительницей Кубка Содружества, который проходил в Нижнем Новгороде, тоже буквально недавно. Еще хочу отметить Филиппова Татьяна, тоже сравнительно недавно, тоже около года занимается. Подшивалов Дмитрий, неоднократный призер всероссийских турниров. Малышев Илья. Евгений, я думаю, что у нас просто всех перечислять времени не хватит. А вот скажите мне, ну, понятно, что есть результат. А вот то, что девчонки, опять же, да, вот за год такие результаты относительно недавно начинают заниматься и вот уже таких высот достигают. Это благодаря чему? Это тренерская работа великолепная? Или это действительно дар от Бога у спортсменок? В первую очередь, конечно же, это заслуга тренера. Ведь Андриенко Иван Владимирович является единственным аккредитованным тренером в Республике Карелия. Он известен не только в Карелии, но и по всей России. Его знают, знают клуб Fighter Gym. К нам с удовольствием ездят наши друзья из
Более 15 регионов. Ого. А как, скажем так, мы на российском уровне смотримся, вот наша республика, тем более 10 лет всего, да, у нас здесь развивается тайский бокс. Кто у нас явный лидер, вот скажем так, Москва или Санкт-Петербург, или кто или может быть? Естественно, явный лидер у нас тот, где идет хорошее вливание денег. Это в первую очередь Кемеровская область, в Нижний Новгород сейчас очень много вброшено финансов. Вот. А мы, как говорится, выживаем... То есть, получается, сами себя, сами сколько собрали, так и выжили, да? Да, приходится и родителям. Вот Артюх Ольга выезжала на чемпионат мира, Кубок Королевский был в Таиланде. Ее родители брали кредит там 150 тысяч, чтобы поехать. Ого. Есть ряд неравнодушных людей у нас в Петрозаводске. Если можно, я перечислю. Ну давайте, давайте, будем знать. Либеров Дмитрий Алексеевич, Черных Александр, Петеляева Ирина, Азаров Юрий Петрович, Чичуа Баграт Зурабович. Компания CityLink ведет и трансляцию онлайн наших соревнований. Вот, и магазин джинсовой одежды LTB. Как-то пытались вы обратиться, допустим, в наши официальные структуры государственные с вопросом о финансировании, какой-то поддержки? Есть же у нас целый госкомспорт. Попытки были, но все мы прекрасно понимаем, что тайский бокс – это не олимпийский вид спорта. Да, увы. И поэтому, так сказать, мы находимся внизу таблицы распределения средств. Скажите, а много ли у нас желающих заниматься тайским боксом, таким экзотическим все-таки видом спорта? Вы знаете, последние лет 7 такая популяризация тайского бокса. Все хотят им заниматься, но не все занимаются. По той простой причине, у кого-то есть ограничения по здоровью. Что немаловажно. Да, кто-то занят дополнительным обучением помимо основного. Кто-то учится и работает, не всегда в каких-то временных рамках он находится. Но в основном-то вот занимается как? Ради, скажем так, наверное, не результатов, а чисто для себя, для физической формы? В первую очередь он приходит и отдает сам себя. А потом уже в дальнейшем, по ходу, он уже решает, он будет выступать, или он для самообороны, или он для физического развития. Тайский бокс – это та же самая спортивная гимнастика, только с элементами... Жесткими элементами, жесткими, если так посмотреть. Да. Евгений, вот давно хотел спросить, не знаю, по адресу или не по адресу, а вот смешанные единоборства, да, вот очень по телевизору там что-то часто показывают. Это к вам относится каким-то образом? Да, действительно, у нас в клубе ведутся занятия по ММА. Вот, ведет их мастер спорта по боевому самбо Гевкан Руслан Васильевич. Сейчас это еще один наш вдохновитель, тоже наш друг и участник нашей команды. Вот, 26 декабря нас пригласили в северную столицу на открытый кубок Санкт-Петербурга по смешанным единоборствам. Как вот ваш прогноз? Есть у нас все шансы, чтобы занять там лидирующие позиции? Дело в том, что мы делаем первые шаги по развитию ММА в Карелии. Никаких поддержек ни финансовых, ничего у нас нет. Тоже деньги. Да, только идейные поддержки. У нас много друзей в этом направлении. Тот же самый Федор Емельяненко. Вот, хороший фамилия. Да. Надеемся, что в какой-то степени, когда у нас появятся результаты, я думаю, что мы обратимся к нему за помощью в дальнейшем развитии, чтобы ускорить развитие этого направления. Я хочу вам пожелать успехов на вашем спортивном поприще и в дальнейшем продвижении тайского бокса в Карелии. Вот. Ну и, естественно, первых только результатов. К сожалению, время нашей программы подходит к концу. У меня в гостях был Евгений Николаев, президент Карельской федерации тайского бокса. Вы смотрели «Важную тему». Увидимся на телеканале ТНТ «Онега». До свидания. До свидания.